Музыка, костюмы, предметы быта – все соответствует концу XIX века. В знаменитом доме на набережной открылся выставочный зал Самарского отделения Русского географического общества. Проект посвящен 165-летию Самарской губернии. Авторы воссоздали образ старой Самары. Можно полюбоваться полотнами самарского художника Николая Шишина с заповедными уголками старого города. Увидеть интерактивную выставку с вкусным названием «Чай по-купечески, кофе по-дворянски». Выставка в своем роде уникальна. Большинство предметов быта подлинные, они любезно предоставлены самарскими коллекционерами. А вот эта тарелка круглая, она особенная. Если обратить внимание на осколок, потому что это подлинный раритет, здесь можно заключить, что этот фарфор имеет особенность. Это так называемый бисквитный фарфор. Уникальность выставки и в том, что все экспонаты можно не только рассмотреть, но и потрогать, а угощения, украшающие стол, еще и попробовать. Все под музыку старинных инструментов конца XIX века. А любители экстрима в историческом подземелье «Дом на набережной» могут пройти квест с пугающими сюрпризами и головоломками. Мы рассчитываем, что люди, которые приедут к нам не только на чемпионат, но и в последующем, и до мероприятия, они будут посещать это место и смотреть, познавать нашу историю, нашу культуру, то, что было в традициях именно Самары. Окунуться в атмосферу купеческой Самары смогут не только жители города, но и иностранные туристы, которые приедут на чемпионат мира по футболу. Олег Зверев, Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.